У ефірі програма «Навіть регіону» у студії Крістіна Кранкевич. Вітаю вас і у гетим випуску глядіться. Надгор'я відбилося на об'ємах нарихтовки ягод. Колькі чого зберемо сьолітнім сезоном? Відкази у нашим випуску. Быть уважливыми каля пешеходных переходов и велосипедистов просить водителя Держаутоинспекция. Дитячий турнир по футболе Кубок двора меркуя выйти за рамки города. Кто им сгуляет наступный раз, расскажет Илья Соболев. Могилевское областное управление внутренних справ по выниках деятельности у першем погоде находится на четвертом месте сярод інших областей города Минска. Про это поведомил наместник министра внутренних справ Беларуси Юрий Караев подчас коллегии областного ведомства. Намеснік міністра адзначыў, што Магілёўскае абласное ўправленне ўнутраных справ па выніках дзейнасці ў першым паўгоддзі знаходзіцца на чацвёртым месцы сярод іншых абласцей горада Мінска. На Магілёўшчыне назіраецца зніжэнне злачыннасці ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. На 12,2% зарэгістравана менш цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Сейчас преступления раскрываются очень хорошо, нет нераскрытых убийств, но немного тянут вниз нераскрытые преступления прошлых лет. Юрий Караев отзначил, что есть особые недохопы у работы Могилевской милиции, але над их выправлением есть кому працевать. А имкнение до первого места у республики не повинно стать самометой, головное у іншим. Дойти до каждого, раскрыть каждое преступление, особенно это касается особо тяжких, там где большой резонанс, это и есть честь милиции и оправдание того, для чего она вообще существует. То есть, ну, не бывает так, что там подумаешь, одно не раскрыли. Нет, до каждого дойти, чтобы не было ни одного. Поведомил наместник министра и про основную задачу, якая стоит перед силовым ведомством. Правильно и безболюша для людей и державы оптимизовать саму работу милиции, а не только ее скоротить. Андрей Шуляк, Сергей Крапяков, Виталь Алексеенко, «Новини региона». Представники выконавчей улады грузинского города Батуми наведали Бобруйск. Гостей цікавила бобруйская тракторная техника, предприемство легкой промысловости и перепрацовки. Старшиня бобруйского гарвыканкама Александр Студнев отзначил, что такое сябровство допоможет значно повеличить махчимость реализации белорусской продукции у Кавказским регионе. Они уже заинтересовались. Легкая промышленность им интересна. То есть спектр всех тех услуг, которые есть в нашем городе, и те предприятия, которые выпускают нашу продукцию, как и легкую, так и промышленность. Як отзначил Александр Студнев, теперешняя сустреча открывает перспективы супрацовництва у сферы туризму. Город на Бярезине и Батуми подписали протокол про сябровство и супрацовництво. Теперь у Бобруйска два грузинских города побратимы. Так, под час 9-го международного инвестфоруму «Млын поспеху» протокол по развитию сябровских отношений был подписан с муниципалитетом города Кабулетти. Могилевские вытворцы мяса яловичины и птушки плануют працевать на китайском рынке. Такая махчимость появилась после перамов представников урады двух держав. Экспортовать у Поднебесную мае намер предприемства «Сервалюкс», якое зараз является буйным вытворцем мяса птушки в Беларуси. Не меньше планов и у Могилевского мясокомбината. Перамовы с Китаем тут ведутся с 2015 года. Китайские делегации несколько раз наведывали предприемство и, как запевнили на мясокомбинате, партнеры заставили. Остались задоволенные якостью продукции. Зараз плануются поставки у колькости 400 тонн мяса яловичины что месяц. Предприемство чекает первой отгрузки. Пытание развития социально-культурной сферы, адукация, так само аховы здоровья, спорту и туризму можно будет задать у субботу 15 липеня. У этот день традиционную прямую телефонную линию проведет наместник старшини облвыканкама Андрей Кунцевич. Телефоновать можно с 9 до 12 годин по номеру у Могилеве 50 18 69. Так само подчас телефонной линии можно выказать за уваги по оздоровлению, санаторно-курортном лечении, социальной обороне и охове працы. У той же час прямые телефонные линии пройдут во всех городских и районных выконавших комитетах в области. Например, у Могилевским гарвыканкаме телефонование примет наместник старшини Алла Галушка. Телефонуйте по номеру 42 21 02. А у Бобруйским гарвыканкаме на пытание от скажет наместник старшини Игорь Кисель. Телефон для связи у Бобруйску 76 21 41.
У Могилеве автомобиль сбил 13-годового школьника. Авария отбылась на перекрыжевании Минской шаши и в улице Калиновского. Как поведомляют у Державтоинспекции, 13-годовый велосипедист пересекал проездную участку дороги по регулируемом переходе, але не спешился. У этот момент он трапил под колы автомобиля БМВ, который поворачивал на улицу Калиновского. У вынику ДТЗ потерпелого госпитализовали. Супрацовники Державтоинспекции просят водителей быть надзвычай осторожными при подъезде до пешеходов. Проходных переходов и больше уважливыми до велосипедистов, особливо малолетних. Наведвальников и персонал поштового отделения у Горках эвакуировали за разбитой у посылцы ампулы. У вынику здарения никто не потерпел. На место здарения выехали экстренные службы. Милиция занялась пошуком адресата посылки. Специалисты санитарной службы вызначили ступени безопасности препарата. А медики оказали допомогу одной из работниц пошты, якая поскардилась, что за резкого паху от посылки у ее погоршилось самоотчувание. По информации вратовальника, у специалистов санитарной службы концентрации шкодных речевов у пробе поветра выявлено не было. У вынику высветлилось, у посылцы, якая пришла мясовому жихару из Минска, находилась ампула с ветпрепаратом. Протягивается прием документов у ВНУ за тем, как высшая и средняя специальная научная установа выполняют порядок приема документов, проведения уступных экзаменов и залечения абитуриентов. По традиции назирают специалисты КДК. У контролирующем ведомстве сподяются, что и этот этап уступной кампании пройден на высоком организационном уровне. Уже осуществляется прием документов в ВУЗы. В связи с этим в комитете будут работать телефоны горячей линии, на которые можно сообщить недостатки и нарушения работы предметных комиссий, экзаменационных комиссий. У Могилевской области распочалась нарыхтовка лясной и сельско-господарчей продукции. Однако все летний сезон для нарыхтовщиков вельми складаны. Майские заморозки, да и теперь холодное мокрое лето отбиваются на уроджаях, у тым лику и дару лесу. Сезон сбору лясных ягод и грибов для многих селянов способ заработать. Летость только за чарницы споживецкие товариства Могилевской области выплатили 1,5 миллиона рублей. И это добрые заработки. На фоне урожайных на лясные дары опошних годов теперь люди скардятся на надто малую колькость ягод. Навод с уликом того, что Облспоживсоюз поднял закупочные цены и платить принамсі за килограмм чарницов 3–3,5 рублей. Тем не менее, вязковцы и нарыхтовщики продукции чакают, что будет богато грибов и у осень журавинов. Добрые прогнозы на урожай капусты, морквы и бульбы. А вот с яблоками могут быть проблемы. С нагоды сезона нарыхтовок интервью телерадиокомпании «Могилев» дал наместник старшини правления Облспоживсоюза Александр Уткин. Объемы несопоставимо упали. Если в прошлом году мы более 700 тонн заготовили ягоды, в этом году, конечно, еще пока даже и похвалиться нечем, еще 10 тонн даже нету. Ой-ой-ой, а 700 тонн это что? Это была черника? Это была только черника, да, только черника. Черника и голубика немножко. 700 тонн и 10, вообще такие цифры совершенно несопоставимы. Но это не конец сезона, на что вы рассчитываете? Сезон, конечно, не конец. Сезон, скажем так, только в самом разгаре, потому что в этом году в связи с погодными условиями все-таки период созревания, да, больше, чем на 2 недели, где-то 10 и больше даже сместилось период созревания сельскохозяйственной и растущей продукции в целом. Интервью Александра Уткина про все нюансы сезона нарыхтовок глядите у информационно-аналитичной программе «Днями». С 15 липеня у Бобруйску запрацуе школьный кірмаш. Як поведомляете у Галовным управлении гандлю и послуг Аблваканкама, местом яго проведения традиционно обрана центральная площадь Бобруйска. Амаль 4 десятки субъектов господарыня представят школьные товары от одения и до канцелярских приналежностей. В управлении гандлю удокладняют, зараз вызначается и основная пляцовка проведения школьного кірмашу у Могилеве. Дата початку его работы попередне вызначена на 1 жнивня. Разом с тем уже зараз усе стационарные специализованные организации распочали гандаль товарами школьного ассортименту. Так что справу подрыхтовки детей до навучального года можно и не откладывать. Команда Степановичи стала пераможцем 10-го дитячого турниру по футболе «Кубок двора». Боротьбу за медали вели больше за 100 юных футболистов. За их гульнями сочил наш корреспондент Илья Соболев.
Сёлета Кубок двора юбилейный. У 10-й раз Могилёвская дзятва проводит лето за футбольными баталиями. Турнир по праву носит имя своего стваральника. Миколай Иванович Подшиваленко, ветеран Великой Айчинной войны и ветеран спорту, пошёл в життя. Але спаборництва его имя протягивают жить. Он серьезно относился к этому турниру. Он считал, что это необходимое. Ну и вот время показывает, что, наверное, это так. Нужно проводить этот турнир, нужно детей как-то приспосабливать к жизни. Жизнь – это труд. Вот. И чтобы добивались своей цели. 27 встреч за 3 дни. Специалисты отзначили, матчи за медали нагадывали гульни профессийных команд и стали соправдным упрыгожением спаборництва. Откровенно скажу, что получилось сильное удовольствие, глядя на вот игру ребят. Вот. И еще раз убеждаюсь, что действительно Могилев и Могилевщина очень богата талантливыми футболистами. Суть только одна – это как сохранить, вырастить это все достояние такое наше. Без поражения до головного матча турниру добрались команды Степановича и деючий уладальник трофея «Арайон». Чемпион сдал позиции. Степановичи были мощнее 4-1 и стали переможцами Кубка двора 2017. Мы уверенно шли по всем дистанциям, одержали победу над всеми командами. Я сам забил 4, было не очень, ну, было сложно. Мы рады этой победе, надеемся, что в следующем турнире будем занимать первые места. В финале уже, наверное, просто уже испугались немного, поэтому как бы так все пошло. Могли выигрывать, моменты было. Весело провели время, познакомились со всеми разными командами, нашли много новых друзей и все остальное. Конечно, хотелось получить кубок, но не получилось. Организаторы сподзяются, неузабаве турнір выйдзе за рамкі горада. На Кубак двара плануюць запрасіць каманды з райцэнтра ў вобласці і гарадоў пабраціма ў Магілёва. Ілля Собалеў, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна. Десятки скаргаў за дажджу паступілі ў дыспетчарскія службы Магілёва. Лівень, які доўжыўся некалькі гадзін, прымусіў актывізаваць працу камунальнікаў. Дажджавая вада, якая пранікла ў кватэру, стала галаўным болем і для Валянціны Івановай. Хто ў стане дапамагчы пенсіянерцы, высвятляла Алеся Рыбалка. Уже накопилась страсть. И это вот она стекает. Дождь у кватеру Валентины Ивановой проникает проз оконную раму. Жанчына вымушена спрытно сбирать воду, каб не утворались великие лужи на подлозе. Надолго дом не покидая. А пошний раз залитие зафиксовала жеу у червени. Гэта проблема тлумачить пенсионерка с 2014 года. Маўляў, после того, як каля суседней кватеры з'явилася вось такая прыбудова. Гэта подъемник для инвалидов. Вода с гэтага даху подчас дажджу потоком накировывается на окно господыни. А вы-то в стороне остаетесь от моей квартиры. Я же жилец. Вы должны за меня тоже переживать как-то. Я переживаю. Я же постоянно информацию, то, что у вас есть, мы же передаем. Давайте будем переживать с тряпкой вместе. Акт залетя обовязково складуть, тлумачить начальник мясового ЖЭУ. Допомагали жанчыне и раней. Зрабили адмостку и вось гэты жолоб, каб адводить воду с суседнего даху. Остатние, кажут, не у их компетенции. Это работа капитального характера. А этими работами у нас является заказчиком МГК УКП, городское наше коммунальное объединение. Угу. То есть это в их компетенции. Дарэчы, ва ўпраўленні капітальных прадпрыемстваў нам паведамілі, што пра праблему ведаюць. І адзінае, што могуць параіць жанчыне, адраматаваць ці замяніць акно. Тэхнічна спраўнае, яно не павінна прапускаць ападкі. Дарэчы, гэтымі дажлівымі днямі непагадзь прынесла нязручнасці многім магіляўчанам. Толькі ў сёмае ЖЭУ ў гэтую пятніцу паступіла каля дзясятка зваротаў, якія так ці інакш звязаны з ападкамі. Алеся Рыбалка, Александр Артемьев, навіны рэгіёна. У Бабруйску у ночь на 14 липеня выпала практично декадная норма опадков – 20 мм, а это 70% от декадной нормы, поведомили у облгидромете. Таким чином, за гэтые сутки у городе на Бярызине прошли самые моцные в области дожджи. 13 мм опадков зафиксовано у горках, а вось на остатней территории Могилёвщины за ночь выпало не больше 1 мм. На выходные синоптики не дают оптимистичного прогноза. Короткочасовые дожди прогнозуются и у субботу, и у неделю. А температуры будут невысокие. У субботу по области от 18 до 20 выше за 0, у неделю плюс 14-19 градусов. Зато из понеделка меркуется потепление до плюс 24 и переважно без опадков. У авторок и сераду попередне от 20 до 27 градусов. Такое вот дивосное лето. Наши новины доступны на сайте tvrmogilev.by. Ну, а я с вами развитываюсь. Дякую, что были с нами. До встречи.